начинается матч между командами Заря и Трансбас. Чудом команде Трансвас не удалось открыть счет поединки. Просто не повезло. Со стандартного положения открывают счет поединки и
1-0 в пользу этой команды. Счет поединки, но это дело времени. Удвоили свой перевес, ведут со счетом 2-0. Поворотом не доходит. Все, кто немного мешает обзору, я надеюсь, все видно хорошо. Thank you.
первого. На данный момент счет составляет 2-1 в пользу команды «Трансгаз». Команде «Трансгаз» можно было спокойно сейчас устраивать счет не раз. Очень хороший момент создает команда, идет повороты, но немного выточнее. Очень много работы делает вратарь и очень выручает Зари. Настоящая борьба.
более 6 минут до конца первого тайма. Счет 2-1 в пользу команды «Трансгаз». Ворота Зари. Удар мимо ворот. Желтая карточка игроку Зари. Thank you.
посмотрим, сможет ли Заря на последних секундах первого тайма сравнять счет. Шанс хороший.